Всем привет, пришла посылка, это уже вторая посылка с этого магазина. Первая посылочка очень быстро была отправлена и доставлена. Это отправлялось в районе, наверное, недели. Ну, дошла за 2 дня с Питера до области. Доставка 241 рубль и цена у нас 1700. Здесь прайс, в принципе, здесь из дорогих только министерство докупил, не хватало мне больше половины министерств, и армейские международные игры 470 рублей, остальное мелочевка, там по 10-15 рублей, министерства дорогие, в принципе, упаковано неплохо. Но все монеты, кроме игр, получается, у нас бэушные из оборота. Сейчас посмотрим, какого качества. Конечно, монеты лучше выбирать самому, смотреть, но у нас в городе, в принципе, негде это все делать. Это у нас Ингушетия, Алания, Челябинская область и Тюменская. Но должно быть в отличном состоянии. Но, в принципе, так оно и есть. Это, наверное, министерство. Или нет. Потому что, в принципе, цены в магазине неплохие, но получается доставка достаточно дорогая. Если брать одну Республика Коми. Но эти были Республика Хакасия в пятнах. И это Башкортостан. Вот это должно новое быть. Потому что распихано все по разным пакетам. Сейчас главное, чтобы посмотреть, все ли пришло. Ну, вот так выглядит монетка. Мешковая она. 25 рублей. Самая дорогая. Некоторых продаются их даже подешевле. Раньше я на Озоне брал. На Озоне она стоит там 1500, что ли. Цены там бешеные. Вот это министерство. В принципе, неплохое состояние. Министерство финансов. Министерство образования. Это внутренних дел. Должно быть еще, по-моему, министерство. Это у нас Орловская область. Новая она. Потому что набрал всякой мелочевки, куча монет. Поэтому, наверное, долго и собирали. Это Новосибирская область. Вот Министерство экономического развития. И Республика Алтай. А, еще заказывал 2000 года, по-моему, монетки. Это там Москва, по-моему, и Тула. Вооруженную силу. Вот, состояние вообще отличное. И вот эти монеты. 50 копеек. 50 рублей, точнее. Это у нас переходной период. Вот у меня одна есть. Еще 3 штучки. Стоят они недорого, получалось там. 16 рублей, что ли, но очень недорого. Это у нас Тула в хорошем состоянии. Мне осталось докупить Ленинград. Это у нас Москва, тоже состояние хорошее. Десять рублей. Тоже в этот альбом. 92-й. В принципе, неплохое качество. Но вот это какая-то она пожелтевшая монета. Тоже в этот сюда пойдет. И последняя монета. Это Краснодарский край. Ну, такая не очень хорошего качества, но
это приемлемо. В принципе, все, что заказывал, примерно такого качества и приходит. Так что заказывать можно уже второй раз. Но вот эта посылка была долгая отправка. Так, спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.